Полицейские – это люди, которые изо дня в день подвергают свою жизнь опасности ради мирного существования граждан нашей страны. Благодаря их труду мы, простые граждане, можем спать спокойно по ночам. Потому что точно знаем, случись беда, полицейские всегда придут на помощь. В честь Дня сотрудника органов внутренних дел России телеканал «Видное ТВ» подготовил поздравительный фильм о службе полиции в Ленинском районе. Внимание на экран. Управление МВД России по Ленинскому району – это структура с множеством отделов, где трудится более 400 сотрудников правоохранительных органов. Они ежедневно и ежечасно следят за общественным порядком и безопасностью людей. Возглавляет управление полковник полиции Владимир Павлович Антипов. Значительная часть единой централизованной системы МВД Российской Федерации является подразделение полиции. «24 часа в сутки несут свою службу сотрудники подразделения дежурной части. Сюда оперативно стекается вся информация о противоправных действиях. Они принимают звонки и заявления от граждан о выявлении правонарушений и преступлений, регистрируют их и тут же реагируют на поступающую информацию. В необходимых случаях мобилизируют силы для организации выезда по сигналу тревоги». Отделение уголовного розыска является одной из ведущих служб органов внутренних дел. Это люди, которые непосредственно занимаются допросами, погонями, обысками, задержаниями, оперативной работой. Одним словом, всем тем, что так привлекает молодых людей в работе полицейского. Уголовный розыск всегда считался службой, которая находится на передовой борьбы с преступностью. Одно из важнейших значений в системе органов внутренних дел имеет служба участковых уполномоченных полиции. Именно участковые мгновенно реагируют на преступления, совершенные на их территории. А информационная база, которой они обладают, зачастую помогает раскрывать даже тяжкие преступления. Только во взаимодействии с общественностью, со своими гражданами мы можем владеть реальной обстановкой, которая складывается на территории всего Ленинского района. Сотрудники же отдела по делам несовершеннолетних занимаются профилактикой, предупреждением и раскрытием правонарушений и преступлений как со стороны лиц, не достигших 18-летнего возраста, так и со стороны родителей. В этой службе нет людей равнодушных. Большинство личного состава – женщины. Сотрудники отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения занимаются охраной правопорядка на дорогах района. Основным направлением в их работе является пресечение нарушений правил дорожного движения. Эти отважные люди в любое время года, будь то жара или лютый мороз, выходят на улицы города и следят за соблюдением дорожной безопасности. Большое внимание сотрудники этой службы уделяют профилактической работе с населением. Отдел ГИБДД Ленинского района – постоянный участник и организатор различных мероприятий. Я поступал осознанно в университет МВД. С детства мне нравилась эта профессия. Но также моим вторым увлечением являются машины, поэтому я и поступил на факультет ДПС. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции первыми выезжают на любые правонарушения, сообщения о котором поступают в дежурную часть. Их задача – не допустить правонарушения общественного порядка на улицах города. Они патрулируют в любую погоду. Эти люди каждый день рискуют своей жизнью и здоровьем, сталкиваясь подчас с самым дном нашего общества. Я видновчанин коренной, и я считаю, что в нашем городе должен порядок быть. А для подразделения вневедомственной охраны главной задачей является охрана частной и государственной собственности, безопасность граждан и общества. Сотрудников этого отдела отличает быстрота, стремительность, а также готовность к любому повороту событий. Сотрудники отдела вневедомственной охраны всегда готовы прийти на помощь и стоять на страже правопорядка. По
Последние годы облик полицейского значительно омолодился. Служить в полиции желают все больше молодых ребят. Но не зная историю, невозможно идти в будущее. Поэтому ветераны УМВД, даже выйдя на пенсию, продолжают нести службу, только уже в ином виде. Они общаются с молодежью, делятся опытом и встречаются с бывшими сослуживцами. Какая бы форма ни была, как бы технически не оснащены, но человеческий фактор – это основное. И умение работать с людьми, Я считаю, что вот именно ветераны, они и доводят до молодых сотрудников и оказывают им помощь. День полиции по праву – самый значимый из дней. Ведь ценнее нет награды, чем признание людей. Вы мобильные и отважны, благородные и сильны. Труд ваш ратный, самый важный, очень нужен для страны. Счастья вам, больших успехов, силы духа навсегда. Чтобы вы с веселым смехом не расстались никогда. Мира семьям и достатка, а стране во всем порядка.